Ну, всем привет, ребят! Опять очередные посылочки из Китая, извините, но здесь я вот не удержался и вскрыл вам, что знаете, вот я так, думаю, сейчас актуально, чтобы телефоны и шли синенькие, что знаете, ну смотрится все изумительно. Я купил, стоимость спустилась, а сейчас на этот телефон, первый раз покупал за $197, а теперь купил за 146, и сейчас стоимость опустилась еще больше. И просто, знаете, я вот именно в такой телефон, что в покупке, что рекомендую, что, знаете, здесь он тоненький, комфортный, отличный экранчик у него. По камерам вообще здесь оказался, пушка, шикарнейшая сборка и система, знаете. И этот телефон вот не из подвала. Вы за $140, купите действительно и красивый, и стильный, телефон. Уж извините, что освещение испортилось, и получилось, что картинка, вот вы, и не увидите до какой степени офигенный телефон. Но в синем, скажу честно, он смотрится просто офигеть. Так, ребят, такой телефончик. Я думаю, что все увидели. И у нас, естественно, будет еще одна посылочка. Так, шиписта HomeTom. Да-да, ребята, HomeTom 7S. Что все-таки купил, знаете, из-за цвета. И тем более, что снова-таки стоимость опустилась. И стоит за такие деньги, я считаю, что в принципе вполне все терпимо. Тем более, что телефон идет 3.32, идет там и 4G, МТК-шка и слабенькая, но для жизни и для работы вполне все будет ок. Смотрите, пишется HomeTom. Я думаю, что видели уже его распаковку и все полностью, но кому вдруг интересно будет, смотрите, пишется, что МТК-шка идет, ребят, 3.32, по камерам 13 плюс 2 типа и восьмерочка идет. Аккумулятор 3000. И самый главный из плюсов этого телефона, лично для меня, что я скажу, что, ребят, что здесь идет симки 2 и карта памяти. И крышечка снимается. Ох, какая спинка здесь. Та ты шо, ребят. Я думаю, я не знаю, в камере вы увидите, но смотрится он офигеть просто. Давайте для спортивного интереса, чтобы я включил и убедиться, что телефон включается и срабатывает. Что из плюсов, честно, здесь действительно аккумулятор 3000 идет. Испытывал на тестере. И что я говорил, что из плюсов, видите, втыкается у нас SIM-1 и SIM-2 и карта памяти. За это, то, конечно, китайцы умницы. Но спинка, ребята, здесь просто офигенная. Скажу честно, по экрану, естественно, он здесь чуть-чуть попроще, чем здесь. Но вы учитываете, что покупался 140 с копейками, а такой сейчас спустилось цена спустилась, считаю, что $90 купить можно. Я считаю, что в принципе вполне good. Из комплектации у нас здесь, ребята, чехольчики есть и пленочка. Что все классно. И шикарная спинка. Все-таки ты смотришь, ребята, я говорю, синенький, телефон, это круть просто. Я специально еще один вам оставляю. И сюда. Здесь, в чем прикол? Стекло идет, пальчики. Но здесь из плюсов, что телефон и с таким, и с покрытием, что стирается, лягусенько. Абсолютно они. Я попытаюсь включить его, вдруг включится или нет. Та-дам-та-дам. И включился все-таки. И последняя из посылочек, тем более покупал в Бангуде, естественно, 100 там с копейками долларов, я точно не помню, что пишется, ребят, телефон, да-да, телефон. Здесь у нас техническая сторона, что пишется, отсутствие рамок есть, Full HD, что экранчик, 6 Android и синий должен быть, 464, ребят, покупал. И смотрим, что у нас есть за такие бабки. Сюда, ребят, я аккуратненько снимаю крышечку. Опа. Чтобы вы вживую все-таки увидели. И здесь вот что-то, в принципе, технология используется такая же самая, ребят. Вообще шикарно. В каркас из металла идет. И в синем, я вам скажу, он смотрится еще круче, чем в черном в 4 раза. Вообще, это просто обалденно. Вообще,
Не, я говорю, ну куча действительно. Но снова в такие. И что здесь используется USB, и что здесь USB, и что здесь. По камерам, ну что единственное, ну скажем так, ну что телефончик, ну типа старенький, но что в чем плюс, ну что пишет видео 4K, и ребята в картинках, ну что в конечном все классно, ну что получается, и за смешную стоимость $110 у нас есть шикарный дизайн, отличная сборка, терпимые камеры идут. И экранчик, смотрите, вообще, ну, к рамки до такой степени, что тоненькие, первое впечатление, что их нет. Вот, чтобы вы увидели, вот здесь какие рамки идут, и здесь. Вот видите, ребят, смотрите. Раз. Ну, я так думаю, что здесь они где-то, чтобы плюс-минус будет. Ну, вот так, видите, я живу. Но первое, ну, что впечатление, что вообще, ну, что в телефоне используется, ну, что технология, ну, что интересно, и смотрится все вполне круто. А тем более, ну, что в синем все-таки я говорю, что телефоны вообще идеальные. Вот именно, ну, в плане дизайна, вот вы, вот получается, $90, 110 и 140, вы, ну, куча, купите офигенные телефоны, вот, ну, куча, единственное, и с хом-томом, скажем так, вот есть чуть-чуть поинтереснее, но именно вот со стороны красоты, то телефон вообще окей будет идти. Но этот, конечно, я вообще офигеть просто, ребят. Ну что, гляньте, до такой степени он красивый. Ладно, извините, всем спасибо за просмотр, за внимание. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока!